В Ядрине полицейский за рулем своего автомобиля сбил двух пешеходов. ЧП произошло вечером 19 января. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 19 января текущего года в темное время суток на улице Комсомольской в городе Ядрине подозреваемый, управляя личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух женщин, шедших по краю проезжей части автодороги в попутном направлении, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных телесных повреждений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.